В честь юбилея первого президента республики Михаила Николаева Саха-театр подарит зрителям спектакли о славных сынах якутского народа. Со времен работы председателем Верховного Совета Николаев провел большую работу по реабилитации имен выдающихся деятелей якутского народа, начиная от Алексея Кулаковского, заканчивая Ильей Винокуровым. В то время эту программу начали реализовывать через спектакли Саха-театра. И в течение 7 дней артисты вновь покажут эти спектакли. Также в фойе театра открыли памятный знак, где вскоре золотыми буквами будет отмечено, что в 2000 году по указу первого президента республики Михаила Николаева было возведено здание Саха-театра. До этого больше полувека Якутский театр работал в Кафедральном соборе. Во времена работы Михаила Ефимовича первым президентом нашей республики, около 20 новых учреждений культуры появилось. Представляете, да? Вот этот, если вдуматься, то почти каждый год появлялись по одной, по две учреждения культуры. Михаил Ефимович Николаев является знаковым человеком, который открыл для республики, вторую республику, вторую для народа Саха.